А как вы, ленинградцы? Что для вас стало главным событием года? В сентябре в Артеке проходили старты надежд. На эти соревнования съехались ребята со всего Союза. Судьям предстояло определить самый спортивный отряд страны. Здесь успех каждого зависел от подготовки всего класса. На старт вышли многие. Победа досталась 6-му Б 204-й школы Ленинграда. Досталось или завоевано? Как оценивают это сами победители? Когда мы приехали в Артек, у нас были такие чувства, что... А вот когда мы увидели, какие ребята там, большие такие, сильные, как-то даже, ну, испугались немножко. Как выяснилось, напрасно испугались. 2 года шли ребята к своей мечте. Упорно шли, целеустремленно. Наше желание класса и наших родителей, и, в общем, всего города Ленинград, наверное, сбылось. Игорь Петрович нам сказал, что мы выиграли, попали в десятку. Мы сразу заорали там, завекали. Потом немного успокоились, пошли купаться. Все, конечно, были довольны, брызгались. Но только тогда, когда утихла радость, поняли чемпионы, что их победа – это только старт в будущее. Да и тренер их, Игорь Петрович, теребит ребят, не дает только радоваться. Очень важно попасть в число 10 лучших дружин города. Много надежд на Лену у нас. Володя может попасть в сборную. Для того, чтобы летом выиграть, надо... Сегодня бегать, когда холодно. Ну, если знаете. Росик, вам надо побегать и на лыжах, да? Как следует. Вот набегаете больше километров где-то 100-150. Самый спортивный класс стартует в Новый год. Год предолимпийский.